уважаемые жюри! Я Ковалев Ульяна из города Пинска. Сейчас я вам покажу, из чего я сделала своего робота Кешу. Вот какой он у меня получился. Давайте начнем сверху. Волосы я делала из резинок. Голову я делала... Мама моя любит пользоваться разными масками, поэтому я попросила у нее баночку, сделала из этой банки голову. Потом обмотала фольгой. Глаза, нос и рот я нарисовала гелем. Давайте пойдем дальше. Руки я сделала тоже из резинок. Эту руку тоже из резинок. Из резинки. Тело я сделала и от коробки бальзамом. И тоже обмотала фольгой. Ноги я сделала из стаканчиков пластмассовых. Папа мне из магазина перенес. А сейчас я вам покажу, что... Ну, секрет робота моего. Сейчас я так поставлю. Вот, здесь видно. Сейчас, вот его можно... Сейчас. Его можно открутить. Вот, видите? Его можно открутить. Да, и туда можно что-нибудь положить. Сейчас, вот, положить что-то туда можно. То же самое с головой. Но голову я не буду откручивать, потому что потом, мне кажется, я ее не закручу. Вот, все. Вот и все. Я вам рассказала, как я сделала робота. Спасибо за просмотр. До свидания.